Накануне в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала школьница. Авария случилась напротив дома номер 16 на улице Рахманинова. Там 45-летний водитель отечественной легковушки совершил наезд на 11-летнюю девочку. В результате ДТП она получила телесные повреждения и после осмотра медиками была отпущена домой. Причины произошедшего устанавливаются. Уважаемые водители, просим вас быть особенно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в зимний период времени обзор может быть ограничен снежными валами. Также люди, переходящие дорогу, могут поскользнуться и упасть, что может привести к дорожному происшествию. Поэтому, приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.